Военный эксперт Владислав Селезнев у нас в эфире. Владислав, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Дорогие, доброе утро и слава Украине. Героям слава. Героям слава. Давайте начнем с Покровского направления. Об этом сообщает Генеральный штаб. Что сейчас происходит, какие цели оккупантов, что мы можем противопоставить этому? Коллеги, неоднократно в эфирах с вами мы обсуждали наиболее вероятные приложения главных усилий противника и всякий раз приходили к выводу. Нынешняя летняя наступательная кампания противника будет направлена в первую очередь для реализации определенных территориальных захватов именно на востоке нашей страны. Кроме Покровского и Кураховского направления, мы также обсуждали с вами направление на Чаз-Яр и Северское направление. Но уж коль мы более детально говорим про Покровское направление, то очевидно почему. Противник пытается, несмотря на огромные потери в живой силе, противники продвигаться вперед, потому как, собственно говоря, Юлиан Репка, военный обозреватель издания «Бильд», заявил буквально следующее. Противник таким образом пытается перерезать одну из ключевых трасс логистического обеспечения, которая находится на этом участке фронта. Но ведь очевидно, что война — это, в первую очередь, ресурсы, логистика, и, соответственно, если украинские силы обороны потеряют эту возможность перемещаться именно этой автострадой, речь идет про трассу между Константиновкой и Покровском, достаточно будет усложнена логистика всего и вся, что необходимо нашим воинам на линии боевых столкновений. В любом случае, мы с вами должны понимать буквально следующее. Противник продвигается там, где мы имеем достаточно нерациональное соотношение сил и средств. Ведь ресурсы все равно остаются ключевым фактором. И в принципе, в настоящее время ключевым фактором, который позволяет противнику продвигаться, это в первую очередь превосходство в воздушных силах и средствах. Реактивная система залпового огня, баллистические ракеты, управляемые авиабомбы. Именно с их помощью противник бьет по нашим оборонительным рубежам и позициям. И именно из-за этого украинская армия вынуждена проводить маневренную оборону. Да, темпы продвижения российских оккупантов не настолько значительны. Ежесуточно противник имеет возможность продвигаться на разных участках фронта на 100, на 200 метров. Не так много. Но тенденция достаточно тревожная, ведь очевидно, что в таких условиях нам необходимо искать пути, способы и средства уничтожения. В первую очередь вражеской авиации, тех самых самолетов, носителей управляемых авиационных бомб. Как скоро этот вопрос будет разрешен, сложно прогнозировать по одной простой причине. Президент, как мне кажется, буквально на всех международных площадках заявил о том, что Украине буквально постоянно сейчас необходимо как минимум 7 батарей систем противовоздушной обороны класса Патриот, либо их аналогов. До сих пор продолжается дискуссия, обещают нам немецкие партнеры поставить одну батарею. Правительство США заявило о поставках плюс еще одной батареи Патриот. Но коль скоро эти заявления будут трансформированы в реальные поставки, сложно прогнозировать. И вот по поводу также Покровского направления, да и в целом ситуации на фронте, мы понимали, что наш противник пытается воспользоваться тем окном, пока мы ожидаем поддержки нового уровня поддержки от наших партнеров. Конечно, не стоит говорить, когда конкретно и какая поддержка уже появляется на фронте, но вместе с тем, вот интересно, каких целей пытается добиться за это окно противник? Ведь действительно сложно представить, что это будет что-то прям глобальное и резонансное. Ну и необходимо же оставить какой-то ресурс, что когда у Украины будет эта помощь, тоже как-то противостоять. Вот в чем заключается тактика противника в этом случае? Полагаю, что тактика противника состоит в том, чтобы на самом деле воспользоваться тем самым окном возможностей для того, чтобы захватить максимум территорий нашей страны. Ведь как только случится паритет на поле боя в огневых средствах поражения, у противника не останется ни единого шанса на даже тактического уровня продвижения вперед. А это значит, что война перейдет в позиционную фазу, и уж точно россиянам такой формат ситуации на поле боя не будет, скажем так, с приятелем украинской комфортным. Почему? Потому как украинские артиллеристы неоднократно доказывали свой высокий класс, а при наличии достаточного количества артиллерийских боеприпасов будет происходить системное методичное уничтожение вражеских ресурсов. А они у него не настолько велики, как этим хвалятся российские генералы либо же самопровозглашенный президент Российской Федерации Владимир Путин. Почему? Фактически российская армия начала свое полномасштабное наступление еще в середине октября минувшего года.
Классическая военная наука утверждает, что военная операция оперативно-стратегического уровня продолжается как минимум 3 до 5 максимум месяцев. С учетом того, что нынешнее российское наступление проходит де-факто 8 месяц подряд, соответственно, происходит выхолащивание вражеских военных ресурсов. А это значит, что сейчас российская армия действует на пределе своих возможностей. И действует она не просто так, используя все, в том числе стратегические резервы для достижения определенной цели, а именно с целью, да, воспользовавшись окном возможностей, захватить чем больше территорий. Ведь очевидно, что на летнюю наступательную кампанию у путинских генералов есть абсолютно четкая задача – полная оккупация Донецкой области. Удастся ли им эту миссию реализовать? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от ресурсного обеспечения украинских сил обороны. И тут мы имеем хорошие новости. Буквально на днях мы услышали заявление от заинтересованных сторон в части поставок артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы. Надеюсь, что как только эти боеприпасы окажутся на поле боя, они будут непосредственно влиять на темпы продвижения российских оккупантов, а также на увеличение мартиролога российских потерь.